В общем, всем привет, с добрым утром. Сегодня у меня Саша пишет экзамен, последний. И вот я иду его провожать, так же, как и он меня провожал когда-то. Это как традиция, провожать друг друга на экзамен. Желать удачи. И это залог успеха, между прочим. Сегодня у нас немножко попрохладней, но хорошо, мне нравится. Правда. Потому что наши сердца греют друг друга. Пыталась начать проходить медкомиссию. Все четно. Только с часу. Выбором обуви я определенно не горжусь сегодня. Привет! Так, не объявляй. Вчера я получила результаты за обществознание, и я конкретно ими недовольна, потому что я ожидала, что у меня будет больше по обществознанию. И как бы мне нельзя терять свой средний балл, потому что я хочу нормально поступить. Вот, ну как вы думаете, знаете. И в общем, я сейчас иду к чинице, будем смотреть, может быть даже подадим на апелляцию, посмотрим, я еще ничего не знаю. Блин, ну это капец какой-то, серьезно, я не ожидала такого, честно вам признаюсь, я правда расстроена. Я не знаю просто, что теперь делать, абсолютно. Хороших новостей, к сожалению, нет. Иду в больницу, надо медкомиссию пройти. Хотя бы еще пару кабинетов. Итого, один врач за 45 минут. Или о том, как работает больница, просто. Чудесно. Просто какой-то нереальный кошмар происходит, просто каждый вечер у нас заливает дождь, но в этот раз еще гроза, и это так... А я вам совсем забыла сказать о том, в общем, то, что я поставила себе такую небольшую цель, чтобы я прочитывала 50 страниц ежедневно, ну 50 плюс имеется в виду, конечно. Вот, поэтому идем читать. И хочу ответить на вопрос, почему я сегодня еще не завтракала. Дело в том, что мне сейчас нужно проходить медкомиссию к вузу. Вот, и сегодня я сдаю анализы. Перед кровью уже нельзя есть. Это ужасно, на самом деле. Потому что я, считайте, проснулась в 5 часов. Даже чуть-чуть раньше. А сейчас уже 7:30. И я не знаю, сколько я еще там пробуду. А кушать хочется. I know I've got a lot of fear in my heart. I'm frozen while I'm watching you go. Knocking your door, asking, can we restart? And maybe it's an issue I'll fix. Or
maybe it's a permanent scar. But every time I hear the word beauty, I picture your hands when you're turning your car. And I know that I say this too much. Я снова иду на медкомиссию. But damn it, this shit isn't fair. You were the taste of my toothbrush. I had you each morning and night I was there. You were the notes on my staff. You fit like a glove on my hand. You are the smile on my face. You are the beach to my sand. You make me complete. You made me complete. And now I feel defeated. You make me complete. You made me complete. And now I feel defeated. You make me complete. С добрым утром! Сегодня мои родители везут меня в Пермь, чтобы найти мне что-то на выпускное, что-то надеть. Я не знаю, будет ли это платье, будет ли это костюм или еще что-то. Если честно, мне пофиг. Просто, я не знаю, я рада, что я сдала эти экзамены, пускай все результаты еще неизвестны. Сегодня нам скажут русский, но... Тот факт, то, что мне больше не нужно об этом думать, меня так радует, что просто платье, платье, не платье, не платье. Вообще, не знаю, что будет, то будет. Отправляемся путешествуем. Настроение хорошее, но это пока что. Maybe it's a permanent scar. But every time I hear the word beauty, I picture your hands when you're turning your car. And I know that I say this too much. But damn it, this shit isn't fair. You were the taste of my toothbrush. I had you each morning and night I was there. You were the notes on my staff. You fit like a glove on my hand. You are the smile on my face. You are the beach to my sand. You make me complete. You made me complete. And now I feel defeated. You make me complete. You made me complete. And now I feel defeated. You make me complete. You made me complete. You made me complete. And now I feel defeated. You make me complete. Made me complete, and now I feel defeated. You make me complete. You were the notes on my staff. You fit like a glove on my hand. You are the smile on my face. You are the beach to my sand. You make me complete. You made me complete, and now I feel defeated. You make me complete. Made me complete, and now I feel defeated. You make me complete. You made me complete, and now I feel defeated. Make me complete. You made me сегодня довольно-таки сильно вымоталась, и я вам не снимала наряды, потому что там снимать даже особо было нечего. Я не знаю, откуда у нас такой маленький выбор, но... Ну, мы нашли что-то, я пойду в нем. В принципе, я не сильно заморачивалась по этому поводу, как вы понимаете, поэтому, ну, окей, платье так платье. Да, ну, платье и белое. Вот, посмотрим. А сейчас буду отдыхать.